На подготовку региона к отопительному сезону потратят 7,3 миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на совещании в Уральском полпредстве. Работы идут по графику. На 1 августа к зиме готовы каждая вторая котельная и больше 60% жилого фонда. В этом году планируется заменить более 370 километров ветхих сетей. На сегодняшний день выполнена половина необходимого объема работ. Впереди пробка. Движение на мосту на Шевченко ограничили до 1 сентября. На путепроводе начались работы по реконструкции тепломагистрали. Энергетики говорят, что закрыты две полосы из четырех. Однако, по словам горожан, утром переправа в Пионерском была заблокирована полностью. Помимо нее, в городе в ближайшие недели будут ремонтировать железнодорожный мост на Керамике. Движение под ним будут закрывать по вечерам и ночам. Оператора, который будет курировать проект единой социальной карты, объявят осенью. Этим документом граждане смогут воспользоваться уже в этом году. Проект призван повысить эффективность, доступность и качество предоставления мер социальной поддержки на основе современных информационных технологий. С помощью карты можно будет записаться к врачу и расплачиваться в транспорте.